природы нет плохой погоды. С этой строчкой из песни явно не согласятся дорожные службы. В минувшие выходные им было не до отдыха. Цейтнот начался еще в пятницу, когда на регион обрушился первый в этом году серьезный снегопад. В субботу снегопад усилился, однако уже во второй половине дня столбик термометра поднялся выше ноля, по дорогам побежали ручьи. В воскресенье все продолжило таять. Дорожные службы работали не только в населенных пунктах, но и на трассах. Были выезды на конкретные участки, смотрели, корректировали ситуацию на самих участках. В целом были проблемные участки выявлены на федеральной трассе М7 «Волга» на подъемах. Ну, также, в принципе, были ряд участков, где мы приняли решение там срочно привести уборку. Не обошлось выходные и без аварий. С пятницы по воскресенье произошло 215 ДТП, 3 человека погибли. В ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается, однако уже завтра начнется похолодание. Автомобилистам советуют быть внимательными на дорогах.